И вы поймете друг друга. Вот и все. Хорошо. Я попробую. Принадлежит вам!
сейчас с приветственным словом, с большим удовольствием сюда на сцену мы приглашаем заместителя губернатора Владимирской области Михаила Ильича Колкова и директора Департамента культуры Веру Сергеевну Зинатулину. Встречаем! Я с большим удовольствием приглашаю сюда на сцену режиссера спектакля Ольгу Субботину. С искренней благодарностью от вас, замечательные юные и не очень юные владимирские зрители, вот тем, кто создал этот спектакль, кто его вдохновил, потому что это и музыкальный урок, и одновременно это посвящение музыке как универсальному языку межпоколенческого, межвременного общения. Музыка – это язык, соединяющий время, язык, соединяющий людей. И сегодня с вами на этом языке разговаривали прекрасные артисты спектакля Дмитрия Маликова. Искренне благодарю. Искренне благодарность полномочному представителю президента Центрального федерального округа Александру Дмитриевичу Беглову, который много сделал для того, чтобы этот спектакль увидели в российских регионах, в том числе во Владимирской области. Ну и, конечно, очень дружественный всему коллективу комиссии по культуре Центрального федерального округа. Она мир просила бы искренне всех поприветствовать после спектакля. Вам большая благодарность и пожелание новых творческих успехов и руководителю, и господам артистам. От губернатора области Светланы Юрьевны Орловой. И в знак глубокого уважения вот зрители приняли участие в высиживании вот этого символа нашего искреннего отношения. Это хрустальное яйцо, которое специально сделано на пасхальное яйцо, специально сделано на уникальном заводе, на легендарном заводе в городе Гусь-Хрустальном, заводе имени Мальцова. Я вручаю Дмитрию этот символ нашего уважения. Да, спасибо. Да, жизнь быстротечна, искусство вечно, и сегодня мы благодарна от имени деятелей культуры и искусства, что вы нам преподнесли урок, как надо очень трогательно и действительно вот так доходчиво объяснять всем, что такое музыка, что это чудо, которое надо распознать, узнать в себе. Это большая благодарность именно за этот урок, за эту прививку от Дмитрия Маликова. Спасибо. И мы вам желаем новых творческих побед. Радуйте нас новыми своими творениями. Важно, чтобы их видели в российских регионах, в наших лучших городах. Золотое кольцо большое. В 2017 году исполняется 50 лет Золотому кольцу как туристическому маршруту. Думаем, что будет радостно всем в городах Золотого кольца видеть ваш спектакль. Так что искренне вас еще раз приветствуем. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Будьте счастливы. Любите музыку. Спасибо.